Более 250 участников и около 300 поединков за один февральский уикенд. Это первенство Приволжского федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек не старше 15. Вот уже почти два десятка лет этот турнир проводят в Ульяновске. И в каждой схватке эмоции не только на борцовском ковре, но и за его пределами. Здесь, во-первых, вложен не просто труд, а многолетний труд в каждого ребенка. И, соответственно, начинает там чуть ли не с пеленок, чтобы подвести его на уровень ПФО. Очень много на самом деле положено труда каждого тренера, естественно, и родителя. Десяток комплектов наград у юношей, десяток у девушек, а также путевки на главные всероссийские состязания, первенство страны и спартакиаду школьников. Участникам есть за что бороться. Сложных для арбитров моментов на ковре предостаточно. Самыми спорными из них – протестными. Судьи разбираются с помощью видеозаписи, а у спортсменов есть время перевести дух и получить ценные указания от наставников. Ноги не проваливались, и сама такое наделаю. Кисть-то контролирую свои, не давай снизу захват. Поняла? Собрано, понятно. 2 минуты, терпите выход, понятно? Давай. Римма Афанасьева из Ульяновска входит в состав не только областной команды, но и в сборную России в своей возрастной группе. И, конечно, она была одной из фавориток весовой категории до 46 килограммов. Она благополучно добралась до финала, однако в решающей схватке за золото уступила. Одной из причин поражения тренера называют сгонку веса перед самым турниром. Я достаточно много гоняла, и мне было очень тяжело это делать. Но я думаю, не в этом все-таки дело. Возможно, я просто где-то чего-то не дорабатывала. Впрочем, серебро Афанасьевой не единственная медаль хозяек на домашнем первенстве ПФО. Кроме Риммы, на вторую ступень пьедестала почета поднялась Яна Ванюсева. Бронза в активе Виктории Кутиновой из Большого Нагаткина и Алины Маляровой из Слатитюжской Ульяновского района. Это удовлетворительно, это приемлемо. Вот. Но ожидали большего, потому что у нас... Мы рассчитывали на первое место и, естественно, путевку на финал спартакиады школьников в лице Риммы Афанасьевой. Вот, немножко не сложилось. Зато все сложилось у Ильнаса Идрисова, воспитанника ульяновского тренера Алексея Борисова. Соперников по своей весовой категории до 75 килограммов он практически не замечал. И самое упорное сопротивление, по собственному признанию, встретил только в финале. Впрочем, и решающий поединок ульяновский борец завершил досрочно, победив с разгромным счетом 13-3. Несмотря на то, что не было соперников на этом турнире сложно, я вынес из этого то, что нельзя расстраиваться, очень плохо. Недооценивать соперников, и нужно всегда быть в тонусе и не расслабляться. Кроме Идрисова, золотую медаль в копилку сборной Ульяновской области принесли Кирилл Бурмистров и Глеб Чернов. Также у хозяев еще две серебряные награды и 4 бронзовые. Михаил Сашанский, Управда ТВ.